Друзья, всем привет! В общем, получил посылочку с Алиэкспресса. Сейчас распечатаю, посмотрим. По названию некоторые уже догадались, что это. Вот, тем более, внизу написано. Как-то так. Ладно, я ее уже, конечно, открыл, посмотрел. Распечатывал вообще ее на камеру. Так, чтобы, если что, можно было претензию предъявить продавцу. Ну, а как оказывается... Все вообще замечательно. Доставка заказывал на Алиэкспрессе. Доставка курьером, но с российского склада. Вот, не с самого Китая. Где-то неделю ехала. Как-то так. Это, мужики, маска сварочная. Это сварочная маска. Так, это комплект, какой-то букварик, батарейка и два больших, одно маленькое. Вот это, ну это не стекла, да, как их там назвать, пленка полиэфирная, только толстая, вот такого плана. Ну я понял, я думаю, вы поняли, что я имею в виду. Не хочет высыпаться. Вот, как-то так. Вот так вот выглядит она по сравнению с той, что у меня есть. Вот работаю на ней уже с этой маской год. И вот так вот уже ушаталось вот это защитное стекло. Оно большое. Я его не менял. У меня есть они в запасе. Вот они, эти стекла. Опять же, называю их стеклами. Хотя это не стекла, понятное дело. Вот одно маленькое внутрь. И также два больших вот сюда. Ну, добиваю до победного. Я ее проверил уже. Как и заявлено, 4 датчика стоит на срабатывание. Здесь... Два нижних датчика то ли не работают, то ли они фейковые, не настоящие. Короче, работает только два верхних. То есть, ну, знаете, как проверять. Закрываете, да, на зажигалку. Все. Если затемняет, значит работают. Низ закрываю. Точнее, низ закрываю, работает. Верх закрываю, не срабатывает. Здесь проверил, срабатывает. Давайте я сейчас вот это стекло уберу, чтобы ее наглядно посмотреть. В общем, снял отсюда эту пленку, мужики, и ободрал вот эту пленку. Ну, конечно же, уже тут немножко поцарапал, но не без того. Будет она примерно вот такая, да? Как раз таки вот можно посмотреть прозрачность. Вот с такой маской я работал до сегодняшнего дня, на момент снятия видоса. На это вообще не жалуюсь. Значит, как я и сказал, да, работают только два верхних датчика, нижние не работают. Здесь немножко другая конструкция. Вот этот вот элемент, как он там называется, это батарея солнечная, да, или для заряда той батареи, я не знаю как. Вот этот светофильтр, да, или как он там называется. Вот он стоит сверху, стоит снизу. И на зажигалку проверял еще раз, наверное, повторяюсь, да. Работает как верхний, нижний точнее ряд датчиков, да, так и верхний ряд датчиков. То есть все 4 датчика работают. Это уже большой плюс, потому что где-то бывает, смотришь и перекрываешь эти датчики, да, и начинает зайчиков ловить, начинаешь. Поэтому по размеру они абсолютно одинаковые. Даже вот этот тут тримплекс чуть-чуть выше. Сейчас даже примерно на линейку посмотрю. Ну, примерно одинаковые. Ширина, наверное, одинаковая. По крайней мере, вот окно. Тут десятка. Тут, мужики, тоже десятка. Вышина. Сейчас померяем. 8,5. Здесь 9,5, чуть выше.
И что получается? Здесь пленка эта стоит, она становится изнутри и прижимается вот этой всей пристегивающейся частью. Вот. А здесь эта пленка становится как бы снаружи, да? И получается так, что ну, здесь, не знаю, видно, не видно. Ну, такая щель приличная. Вот попадает под эту пленку внутрь окалина. Вот она прилипает к маске. Причем, мужики, эта окалина попадает и на вот это стекло, на котором нет защиты никакой. Это плюс копоть. Вот сейчас протру часть. Заходит в эти щели копоть. И вот видно, да? Как бы показать-то. Тоже все это дело очень хорошо. Вот, перчаткой протираю. Очень хорошо засирает само стекло. Вот эти точки, это вкрапления окалины остаются. Вкрапления окалины, ну, я думаю, нехорошо сказалось на вот этом всем модуле. Возможно, они и испортили вот эти вот все вещи. Я не знаю, мужики, это я так рассуждаю. Со своей, как говорится, колокольни. Здесь этого эффекта не должно быть, потому что сейчас вот пленку снимал. Я этот модуль доставал. Достал пленку, отдирал ее. И она заходит хорошо-хорошо так далеко. Пленочка. И прижимается уже непосредственно так плотненько. Ну, то есть, чтобы окалине попасть, она как минимум ей туда, а потом как-то обратно. И попасть еще на сам вот этот модуль. Здесь все просто. Она просто попадает, отскакивает от пластмассы и сюда летит. Либо сверху, либо снизу. Это вставки, мужики, вот могу на свет показать. То есть, такие по бокам вставки, которые дают обзорность. Вот. Маска мне очень нравится. Вообще шикардос. Плюс у нее видно, да, как глубоко посажен этот тримплекс. И максимально близко к глазам. Что тоже увеличивает обзорность. Здесь все немножко иначе. Маску ложу так, потому что вот эти вот выступы, они не дают поцарапаться, если на что-то не положить. Здесь немножко все, друзья, по-другому. Здесь чуть подальше, здесь чуть поближе к глазам. Вот такие дела. Минус какой здесь у этой маски? Регулировки, по крайней мере, вот переключатель режимов стоит внутри. И плюс задержка и срабатывание, да, и что там еще? Задержка. Тоже стоят внутри. И также внутри, чтобы заменить батарейку. Кстати, маска пришла с батарейкой. Вторая в комплекте, это запасная. Также было и здесь. Чтобы поменять батарейку, нужно этот модуль отстегнуть, потом ее достать, батарейку поменять и все это дело собрать. Здесь батарейка меняется вот сбоку. Плюс сбоку находятся все эти регуляторы, которые находятся внутри. То есть переключение режимов сбоку. Также задержка, ну какая-то из них, да, и время срабатывания, или как он там правильно называется. И этот самый, и темнее, ярче. Все это под рукой. Вот, как-то так. Но нет боковых, мужики, вставок. И стекло чуть дальше от глаз. Вот такие вот дела. Конечно, обзорщик с меня еще тот. Но, тем не менее, две маски этой фирмы, они на Алике как бы всегда стоят рядом. То знайте, что в этой два датчика. Один вот этот световой элемент. Из плюсов обзорность
обзорность. Шикарнейшие мужики. Вот. И тримплекс этот стоит ближе к глазам, к лицу. Из минусов, понятное дело, я уже сказал, это нижние два датчика, они не настоящие, их там нет. Это я уже убедился, мужики тоже себе такие маски побрали, потом говорят, они не работают. Вот. Регулировка вот этих вещей внутри, что неудобно. Каждый раз надо маску снимать, чтобы что-то поменять. Вот. Залетают окалина через либо верх, либо низ. И вся она вот на модуле на этом садится. Ну не вся, но по крайней мере ушатала. Здесь что? Пока еще не знаю, какие у нее минусы, мужики. Еще ее не испытывал, только распечатал. Но из плюсов вижу все регулировки. Наружи, под рукой, переключатели. Также из плюсов все-таки 4 рабочих датчика, что не может не радовать. 2 световых этих элемента, как они там называются. Вот, стекло, ну не стекло, пленка, это более как-то правильно расположено. Вот, как-то так. В общем, буду тестить. В принципе, видос на этом можно и закончить. Сейчас это все дело влажной салфеткой протру. И заменю все-таки вот эту муть. Это выкину, наверное. Ну, год продержалась, мужики. Знаете, сколько я уже тут переделал, переварил. И сколько у меня на верстаке вот постоянно инструмента. Ну вот, достал этот тримплекс, протер. Но все равно эти вкрапления никуда не, мужики, не денутся. Вот, как-то так. И вот стеклышко вот это, ну не стеклышко, это пластмасский кусок, да, который вот шел в комплекте с этой маской. Вот он сюда чудесненьким образом становится. Вот, то есть его тримплекс вот прижмет. Вот так вот, вот он ее защитит. Вот пыляка. Пыляка уже села, только ж протирал. А вторым стеклом, да, вот этим, точнее, защитой, поставить вот эту. И никуда оно не денется. Никуда. Ну там их не комплектуют. Вот и все. Элементарно просто. Ну нет же. Вот так вот приходится. Я сейчас вот здесь и оставлю. Она рабочая. Все замечательно. Ну, возможно, даже сейчас после замены вот этих вот вещей на новые будет не все так плохо. Видите зеркало? Оно там есть. Ну вот, мужики, поставил вот такую пленку сюда и пристегнул, прижал. Не знаю, наверное, не видно. Вот я до нее не достаю. То есть уже когда искры будут попадать, они как минимум будут попадать сюда. Вот как-то так. Сейчас установлю новенькую пленку сюда и буду работать. Ну, в принципе, на этом видос можно, мужики, и закончить. Поменял годовалые вот эту пленку, внутри не менял, она еще отличная, и добавил вот здесь перед тримплексом вот такую. То есть здесь она уже двойная, здесь одинарная. Ну это капец, это капец. Вот как-то так. Но это по чесноку. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Это работает, эту буду тестить. Вот здесь прикольно, что оно все, вот оно. Здесь не прикольно, но прикольно обзорность. Вот такие вот дела. Все.